Итак, уважаемые коллеги, начинаем после матча пресс-конференцию. Наставник футбольного клуба «Знамя труда» Валерий Вячеславович есть. Валерий Вячеславович, ваш комментарий по игре? Ну, скажу, кубковая рамка получилась в плане самоотдачи со стороны двух команд. Если так в первом тайме, скажем так, было такое небольшое такое давление со стороны торпеды, это понятно, что не дома играли. В принципе, сдержали натиск, не могу сказать, что провалили, с хорошим желанием играли. Начало второго тайма вообще было неплохо у нас, были моменты для того, чтобы открыть счет. Но мы не забили, сразу же в этот момент пропустили гол. Сработала футбольная заповедь, не забиваешь ты, а забивают тебе. Опять мы совершили боковые ошибки, это у нас повторяется из тура в тур. И как бы мы теоретически, тактически мы не говорили, у нас одни и те же ошибки. Надо будет все равно делать ротацию. Команде это обязательно, нам нужно усиление, потому что у нас проблемная зона – это линия обороны, которая совершается, да, роковые ошибки. Я надеюсь, что за этот промежуток времени, заявку, мы найдем 2-3 игрока, которые нам стабилизируют игру в обороне, команды их действий и в частности в обороне. И тогда целостность игры, наверное, у нас получится, да, именно в том ракурсе, который мы хотим. Хотим выиграть, мы хотим атаковать. Но мы пока это не можем делать. А в целости, я думаю, 2-0, пусть там наши ошибки, а может соперник нас заставил, чтобы мы это сделали. Торпеда с победой, наверное, своего коллегу тоже с победой, моего хорошего друга. Надеюсь, что у нас еще останется шанс в чемпионате здесь отыграться за проигрыш дома и за кубок. Надеюсь, у меня команда с характером это сделает. Обратил внимание на то, что сегодня в заявке вообще, по-моему, не было вратаря Квиюзова. Это ротация состава или какие-то другие аспекты? Нет, у него травма. У него, да, у него небольшое повреждение паха, его не было. Ну, да, мы ставили сегодня игроков, которые не играли, или кого было мало игрового времени. Надо все равно дать возможность игрокам, которые более нагрузка легла, им надо дать отдохнуть. Я не говорю, что нам кубок не нужен. Нет, игроки, которые выходят... которые мало играли в стартовом составе, да, мы должны понимать, мы должны их тоже поддерживать в физической форме, в кондиции, которые, и смотреть, они нам помощники и на какой промежуток времени. Потому, да, мы сделали ротацию, кто-то не играл в своей позиции. Но мы должны понимать, что нам тоже хотели выиграть. Мы тоже хотели выиграть, а не говорят то, что просто посмотреть в той или иной ситуации, кто как сыграет. Сегодня посмотрели, и к некоторым нет претензий, к некоторым есть большие претензии. Ну, это футбол. Кубок проводится по новой системе. Много говорилось про вариант Double Elimination, но для второго дивизиона Double Elimination нет, вы вылетели. Как вы относитесь вообще вот к этой структуре проведения кубка? Вы знаете, что мне в том году понравилось, как бы, когда играли, да, там команды были в группах, мне в том году нравилось. Сейчас я не могу сказать, по одной причине, очень много информации, которая... Я скажу, здесь больше шансов, скажем так, больше шансов команды премьер-лиги играть в финале кубка. Если мы берем объективно, командам с первой лиги это практически тяжело, а второй лиги практически это невозможно, если мы берем в такой структуре, да, потому что кубковые игры всегда отличались непредсказуемостью. Можно посмотреть команды, которые с первой лиги были обладателем, да, кубка, это Терек, да, СКА Ростов еще в будущем, да. Знамя труда играл Знамя в финале. Труда в финале. Тоже Курский Авангард играл, да, в финале. Ну и сейчас я не знаю, кто со второй лиги попадет в финал или хотя бы в полуфинал. Если кто-то попадет, я буду рад. И тогда формацию скажу, что она правильная. На данный момент я не вижу. Но осуждать я тоже не могу. Есть более главенствующие люди, которые, наверное, смотрят, анализируют и принимают такие решения. Хорошо, спасибо. Коллеги, вопросы? Все, спасибо. Вам большое спасибо, удачи.